Противоположные числа. Точки с координатами 5 и минус 5 одинаково удалены от точки О с координатой 0 и находятся по разные стороны от нее. То есть, чтобы попасть из точки О в эти точки, надо пройти одинаковое расстояние, но в противоположных направлениях. Числа 5 и минус 5 называются противоположными числами. 5 противоположно минус 5, а минус 5 противоположно 5. Два числа, отличающиеся друг от друга только знаками, называют противоположными числами. Например, противоположными числами будут числа 8 и минус 8, так как число 8 равняется плюс 8, значит числа 8 и минус 8 отличаются только знаками, значит они противоположные. Противоположными числами также будут числа 2,6 и минус 2,6, минус 2,1 и 2,1. Для каждого числа есть только одно противоположное ему число. Число 0 противоположно самому себе. Число противоположно числу А обозначают минус А. Если А равняется минус 7,8, например, то минус А равняется 7,8. Если А равняется 8,3, то минус А – это минус 8,3. Если А равняется 0, то и минус А равняется 0, потому что 0 противоположно самому себе. Запись минус минус 15 обозначает число противоположно числу минус 15. А так как число противоположно числу минус 15 равно 15, то и минус минус 15 также равно 15. Вообще минус минус А – это А. Натуральные числа, противоположные им, и ноль называют целыми числами. Если вам все понятно по этой теме, ответьте на следующие вопросы.